Battle Beetle Sports Projects. Самбо этот прием делается со стойки. Плюс его в чем? В том, что он оценивается как бросок. Можно сделать там на 2, на 4 балла. Если удачно закончить болевым, то сначала последует оценка, а после уже болевой прием, досрочная победа. То есть, если болевой не получается, то есть оценка. То есть, либо одно, либо другое, если все вместе, вообще здорово. Какие захваты у этого приема? Можно взять сверху, здесь за отворот. Можно взять возле ключицы. Можно взять за пояс, то есть масса вариантов. И крутиться с этого положения уже. Затем на прием заходим как на подхват, то есть делаем мах ногой, хороший мах ногой. Во время маха крутимся между ног и прихватываем обе ножки. Оп. Обязательно обе ноги прихватываем, потому что если взять одну ногу, то соперник может выкрутиться. Если взять две ноги, то выкрутиться будет гораздо сложнее. Дальше большой палец у нас должен быть прижат к уху. Не мизинец, а большой палец к уху, чтобы ему было сложнее как-либо выкрутиться. Ножками, очень важный момент, сжимаем его ногу чуть-чуть ниже колена, фиксируем как можно плотнее, забиваем ножку вот сюда под таз и замочком зажимаем. Дальше спиной прогибаем. Оп. И получается сдача.